21 января 2017 года, пьяное ДТП на Красноармейской. Водитель внедорожника Mercedes врезался в 4 припаркованных автомобиля, 0,99 промилля. А вы с какой организацией? Мужчина, можете пару слов сказать, зачем вы пьяные за руль сели? Он не садился, пьяный был. Не, руки уберите, пожалуйста, девушка. От камеры руки убери быстро. Это его мама тоже еще более. Мамаша, иди более сюда. Пьяная, более пьяная мама. Пьянее в раза два, наверное, чем водитель. Вот мать водителя подходит. Девушка, прокомментируйте, пожалуйста, зачем вы в камеру лезете? Наряды девятки, кто может переехать? До 13 недалеко. Эвакуаторе хотели забрать Макс. Значит, номер автомобиля Анатолий Анатолий 3358, Николай Сергей. Мерседес МЛ 350. Один экипаж, дай тот шостый направляй. Собрал 4 автомобиля, видим очень сильное повреждение у нового автомобиля BMW, вот, у Hyundai, и еще 2 авто пострадали, несколько меньше. А вы на Чоково с Кусовым что творите? Тоже колесо оторвало, стоять. Конечно. Киев, ночь с 20 на 21 января 2017 года. Работаем на Большой Васильковской 57, у метро Олимпийская. Водитель внедорожника Mercedes ML350 киевской регистрации. Молодой парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 0,99 промилле. На высокой скорости протаранил припаркованные в левом ряду по ходу движения авто автомобили. Улица односторонняя. Протаранил автомобиль BMW, Hyundai. Пострадал еще автомобиль Skoda, еще один. Мерседес остановился в метрах 50 от авто, и водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, как оказалось. Чудом обошлось без пострадавших, в припаркованных автомобилях никого не было, сейчас на месте работает патруль полиции. Вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Яна, водитель Форда Фиесты. Слышала странный звук в заведении, поняла, что что-то случилось. Вышла на улицу, увидела как бы аварию, в которой мы столкнулись. 3-4 машины, которые моя тоже пострадала. После чего услышала, что увидела машину виновника и сказали, что водитель убегает. Вот. Ну как бы поймали водителя, а все пьяные, как бы. Там кто там был еще с ним, мама, не знаю, пьяные, тоже все тоже были. Вот. А какие признаки опьянения были у водителя? Взяли тест алко, или как он там? Да, алкотест. Алкотест, вот, в котором было как бы, ну, обозначено 0,99. Угу. То есть, я так понимаю, что это превышено вообще. То есть, он даже, ну, не хотел что-то, ну, как бы давать, дурака из себя строил, типа, мол, не может дунуть. Ну, это бред полный. Ну, понятно. Пострадавшие есть в аварии? Нет, слава богу, что в машинах никто не находился. Машины были припаркованы по дороге, получается. Вот. Ясно. Как зовут вас? Яна. Все, спасибо большое.